кожны год у нас вялікі выбар. І гэта ў гэтым шчасце ўвогуле нашай краіны, што пры дыктатуры людзі працягваюць змагацца. Когда журналистам присуждают такие премии, они таким образом охраняют журналистов, потому что они показывают властям, спецслужбам тех стран, которых преследуют этих журналистов, что мир следит за их судьбой. На самом деле Беларусь сегодня последняя диктатура в Европе, и очень важно внимание международного сообщества к ситуации в Беларуси, и очень важно вырабатывать какие-то механизмы изменения ситуации в стране. И вот через эти премии у нас есть возможность говорить о Беларуси.